То ли что-то не так поднял, то ли что-то застудил. Что ты хочешь? Возраст уже такой. Особо не попрыгаешь. Что значит возраст? Застой. Я не согласен с возрастом. Никогда не буду согласен. Я против. А что мы можем сделать? Не знаю, но я не смирюсь. Я найду эликсир молодости. Что? Эликсир молодости? Где ты будешь его искать? Ой, фантазер! Ой, спина! Так что там с эликсиром? Где, говоришь, надо его искать? Вот. Эликсир мой. Тряси! Ну как, хватит? Здесь написано, что шишка должна быть маленькой и не распустившейся. А ты натряс большие и распустившиеся. Погоди, я заприметила одну. Наклони ветку. Что там дальше? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Нужны зеленые водоросли, а эти такие же синие, как и ты. Сейчас достану. Погрейся немного, а я погреваю. Вот молодые дают. Ничего не страшно, даже в дождь бегают. Долго еще? Нам нужна чашечка горного меда. Будем спускаться, пока не найдем горных пчел. Кажется, я уже нашла. Как раз на чашечку. Подтяни живот, следи за дыханием. Раз, два, раз, два, раз, два. Ой, елки-иголки. Бодрее. Раз, два, раз, два, раз. Пчелы. Пчелы.
пусть остынет. Нет, каждый миг уносит частичку бытия. Какая дрянь! Ужасная гадость! Интересно, можно ли ее разбавлять? Мазать два раза, утром и вечером. Фу! Это же крем! Крем? Морщины? Это не эликсир молодости. Это название крема от морщин. Ты оказалась права. Мы ничего не можем поделать с возрастом. Я думаю, что и в нашем возрасте есть какие-то плюсы. Мы просто их еще не разглядели. А знаешь почему? Ох, почему? Потому что мы еще не созрели. Помогите! Никого нет, да? Помогите! Кажется, я тону! Карыч, дружище! А можно тебя на минутку? Что это? Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я даже вспомнила, как куда дела свои пяльцы. В общем, целый год не могла найти и рецепт очень вкусного пирога. Я тебе его сделаю обязательно. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Не стоит. Просто очень хорошо, что я оказался рядом. Отдыхай. Уф. Я вспомнила, что этот пирог я готовила только для самых торжественных случаев. Я даже поняла, почему я забыла рецепт. Особенно торжественных случаев долго не было. Но теперь я могу отблагодарить своего спасителя. Спасибо. Я не встречал вас очень долго, долго. Очень долго, очень долго. Мне было скучно, одиноко, одиноко. Я связала тебе носки! Работай, работай, не буду тебе мешать. Я знал, что когда-нибудь я вас найду. Найду. И вот однажды холодным зимним вечером вьюга занесла все дороги. Все дороги. Дорогая моя, мне, чтобы репетировать, нужно петь одному. Все, молчу, молчу, молчу. Я не встречал вас очень долго, очень долго. Что такое? В носках тебе будет гораздо теплее. О, мама мия. Ай!
Я просто хочу тебя отблагодарить. Все, что я придумываю, мне кажется недостаточным. Ты же мне спас жизнь. Самое ценное, что может быть. О, ты мой спаситель. Если бы не ты, мне бы... Не беспокойся, я закрою. Что ты здесь делаешь? О, я же тебе говорила, что у меня перед глазами промелькнула вся жизнь. Я вспомнила эпизод, когда один мой знакомый ходил во сне. Я подумала, что вдруг ты тоже пойдешь во сне, выйдешь на улицу и замерзнешь. Я тебя спасу. Я не хожу во сне. Я понимаю, что ты хочешь отблагодарить меня. И лучше всего это тоже спасти меня от чего-нибудь. Но для начала нужно, чтобы это чего-нибудь со мной случилось. Я не хочу, чтобы со мной случалось что-то, от чего меня нужно будет спасать. Понятно. Что же делать? Давай так. Ты забываешь, что я спас тебя, и мы с тобой квиты. Правда? Я так тебе благодарна, я так тебе благодарна. Ты спаситель мой навек, навек. Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Опять! Правда приятно вспоминать, как ты когда-то кого-то спас. Я бы такое никогда не забыл. Я не хочу есть это яблоко. Я совсем не хочу есть это яблоко. Есть это яблоко. Я не хочу. Что ты делаешь? Яблоко есть не хочу. Правда? Железно. Что? Что ты делаешь? Ты же не хотел его есть. Оно мне нужно было не для еды. Есть кое-что и поважнее, чем набить себе брюхо. Например, сила воли. Слыхал о таком? Для того, чтобы не есть яблоко с помощью силы воли, нужно яблоко. А без яблока, простите, и дурак сможет. Я не хочу есть этот пирог. Я не хочу. О, я думаю, всех пирогов для завтрашнего вечера будет вполне достаточно. Три пирога до чая, три после. Минуточку. А где же пирог? Не знаю, не знаю. Мне пироги есть нельзя, тем более после семи. Я, если ты еще не заметила, худею. Худею я. Худею. Мне нельзя есть пирог. Я не хотел его есть. А если не хотел, значит и не ел. Ха-ха. Потому что когда есть сила воли, ты говоришь себе, что этот пирог ты не хочешь и ешь. Точнее, не ешь. Как некрасиво получилось. Друг мой импульсивный, я все видел. Что случилось? Почему вы не признались? Ты все видел?
Сам не знаю, что со мной произошло. Я дал себе слово держаться подальше от всяких пирогов, и все было в порядке. Но этот пирог был предательски соблазнителен. Очень, очень соблазнителен был. Да пропади пропадом этот пирог. Зачем вы соврали? Я думаю, что случилось что-то чрезвычайное, и испугался за вас. Случилось. Оказалось, что я совершенно безвольное животное. Как ты думаешь, легко в этом признаваться? Особенно себе. Но ты прав. Надо рассказать и извиниться перед всеми. А может это, скажем, что я всех разыграл, типа юмор такой? Как хотите. Главное, их как-то успокоить. А то они думают, что пирог съело существо из параллельного мира. Хорошо. Нет, так не пойдет. Они могут решить, что это плохая шутка. И будут правы. Может сделать вид, что вы не могли сразу сказать, а сейчас готовы. А почему я сразу не мог сказать? Ну, причины, побудившие вас съесть пирог, были философского характера. Вы должны были все взвесить и обдумать, прежде чем открыть всем истину. Неплохо. А зачем я съел пирог? Наверное, потому что вы этого захотели, друг мой. Точно, я этого захотел. Захотел и сделал. Проявил силу воли. Ху. Нет, не могу, не могу. Куда вы, друг мой? Постойте, проявите силу воли. Нет, 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 даже не уговаривайте. Все очень просто. Мы сами испечем такой же пирог и скажем, что он затерялся, а мы его нашли. А зачем мы крадемся к Совунье? А из чего вы предлагаете печь пирог? Из вашего шедевра? Сейчас все найдем. Что там нужно? Мука, масло, начинка. Я не хочу есть этот пирог. Я не хочу есть этот пирог. Я этот пирог есть не хочу. Да что вы там бубните? Что? Что такое? Кто здесь? Это я. Пришел сказать, что тот пирог съел я. Браво, друг мой, браво! Это признание ваша победа. Это победа. Это победа вашей воли над обстоятельствами. Не знаю я ничего. Изжога, видите ли, у него. Ни у кого нет изжоги, а у него изжога. Но выдумывают ерунды всякой. Если у тебя изжога, то сначала разберись, почему она у тебя. А потом уж ко мне беги. Может быть, у тебя изжога от нездорового образа жизни. Больше двигаться надо, и не будет ни изжоги, ни капризов, ни желания морочить мне голову. Конечно, сидеть целый день за компьютером, еще не то покажется. Так и есть, от компьютера это изжога. От компьютера, от компьютера. В компьютере и электричество, и магнитные волны. У меня вот, когда магнитные волны, голова целый день болит. А если бы я ее каждый день под волны подставляла, у меня бы там не то, что изжога. Из мозга бы ничего не осталось. Ты с кем разговариваешь? Сама с собой. Со мной? Не хочешь поговорить? Я сейчас немного занята. Определенно, компьютер. Ну или сквозняком продуло. Она все время говорила с тобой, не обращая на меня никакого внимания. Это же ненормально. Если что-то говоришь, значит, ты это знаешь. А если ты это знаешь, зачем себе это говорить?
Или одна часть уже знает, а другая еще нет? Надо что-то делать! Мы теряем ее! Дорогая, все мы иногда чувствуем одиночество. Нам иногда не хватает собеседника, но это не значит, что мы одиноки на самом деле. Рядом с нами всегда есть тот, кто сможет понять наши переживания, выслушать нас, что-то подсказать. Друг мой рассудительный. Как правило, одиночество и пустота вокруг нас – это плод нашего воображения. А на самом деле, вокруг нас жизнь бьет ключом в ожидании, когда мы вольемся в ее шумный и свежий поток. Раз, один, два, три, четыре, пять. Раз, пять, шесть, семь, восемь. Лицевые, следующий ряд. Как ты себя чувствуешь? Нормально. 22, 23, 24. На твердую четверочку. Тебе не кажется, что иногда вроде рядом друзья, близкие, 8. А поговорить не с кем? Не задумывалась. Так, нет, серьезно. 14. Существуют проблемы, масштаб которых кроме тебя никто не замечает, понимаешь? Никто! Все живут в своих маленьких мирках, в своих раковинах, которые выстроили вокруг себя по своему образу и подобию. Но существуют же вопросы планетарного масштаба, вселенского. И как достучаться с этими вопросами через стенки раковин? Это не отварение у тебя изжога, а от компьютера. Ферштейн, от компьютера. Меня уже второй день плющит. Я не могу работать. Я отстаю от графика. О, третьего дня была электромагнитная буря. Меня как варежку выворачивала. Я клянусь, что вообще ничего делать не могла. Просто сидела и смотрела в окно. Тупо. Во-во! Именно! Попрятались в раковины и смотрят оттуда сквозь окна. А жизнь проходит мимо! Да какая жизнь с изжогой? Мне надо работать, а меня штормит на 9 баллов. Так я тебе про то и говорю! У тебя электромагнитный шторм. Тебе нужно отдохнуть, пойти погулять на свежем воздухе. Да-да, правильно! Нам всем не хватает воздуха! Нужно раздвигать горизонты! Горизонте маячит постельный режим, несдача важной научной работы и, как следствие, застой в научно-техническом прогрессе. О, так чтобы не было застоя, надо больше ходить. Стоп! Вам не кажется, дорогие мои, что мы все одновременно разговариваем сами с собой? Мы не слышим друг друга. Каждый бубнит про свое. И такое бывает очень часто. Нам нужно будет тратить сил. Нам нужно больше тратить сил на понимание друг друга, а не на попытки докричаться. Намажь мне тоже вареница. О, ты же говоришь, что у тебя от него изжога. Вы только подумайте, климат через некоторое время необратимо изменится. Нам нужно что-то делать, обсуждать, решать, наконец, эту глобальную проблему. Я прикладывала компресс, не помогает. И тогда я перепаял схему на транзисторах. Представляешь, заработало. Дорогой мой, при чем здесь транзисторы? Это не решение. Я клянусь, что заработало. Да пробовала я. Все равно болит. Может быть, вы еще скажете, что я и контакты неправильно подсоединил. Ты все перепутал. Зверобой не понижает, а повышает давление. В мире постоянны только монологи. Они были всегда и всегда будут. А климат переменится. Вот увидишь. Вот. Это тебе. Сама вышивала. Ой. Спасибо. Очень красиво. А что это? Это, в общем, подарок. На память. Обо мне, в общем. Раньше девушки всегда дарили такие штуки тем, кто отправлялся в дальние путешествия. Спасибо. Только я никуда не отправляюсь. Вот и хорошо. Но подарок все равно возьми.
на память. Не уходи ты, мой голубчик, печальна жизнь мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Вот, такой сможешь? Попробую. Ну что, подарила? Подарила. Ага, пригодился таки мой кисетик. Не зря я его тогда вышивала. Только Бараш ведь, он в путешествие никуда не собирается. Ничего-ничего, в путешествии-то любой дурак вспоминать будет. Главное, чтобы он тебя здесь не забывал. Хорошенькое дело, не забывал. Тут себя не всегда помнишь, не то что кого-нибудь. А как это так? Себя не помнишь? Да очень просто, памятливая моя. Со мной, например, всегда так. То позавтракать забуду, то пижаму с утра не переодену. Коллега, а вы не пробовали писать себе записки? Пробовал. И что? Забываю прочесть. А ты узелки себе завязывай на память. Узелки? На чем? Да на чем угодно. Вот, например, сидишь за столом, завязываешь узелок на краю скатерти, а потом смотришь на такой узелок и сразу вспоминаешь, зачем он завязан. Да? А этот, например, ты зачем завязала? А этот... Чтобы снять пироги! Хорошо. Да, Лосяш, и захвати, пожалуйста, шиферные гвозди. Там, в ящике. И гвозди. Ой, Лосяш, а еще шпатель и валик, будь добр. И еще саморезы захвати, раз уж ты все равно спускаешься. И еще круглую кисточку и такую на длинной ручке захвати, пожалуйста. Так, кисточки, гвозди, валик, так и вот так. Раз. Вот, держите, трудолюбивые мои, принес. Что ты принес? Это же шурупы, а я просил гвозди. А шпатель где? Я же просила шпатель. Странно, странно. Что это там, Лосяш, застрял? Это гвозди, это шпатель, а это кисточка. Как я мог забыть? Лосяш, иди ужинать! Конечно, конечно. А это что? Что бы это могло быть? Лосяш, а ты случайно Нюшу не видел? Видел. Если вы, друг мой неторопливый, поможете мне поднять этот буфет, у вас тоже будет шанс ее увидеть. Обещала сегодня на качелях покачаться. Я ждал-ждал, а ты так и не пришла. Да знаешь, Бараш, тут такие дела. Я как-то забыла совсем. Да. Так вот, чтобы не забывать, возьми, пожалуйста, вот это на память.
Саш, я ж твой свитер довязала. Вот, смотри. По-моему, ты забыла снять мерку. Ерунда, так даже теплее. Размер не имеет значения. Главное, хорошая вещь, сделанная с любовью. На память. Весной жизнь становится такой сумбурной, такой суетливой. Все куда-то движется, движется, и не дает тебе ни минуты покоя, чтобы сесть и подумать о чем-нибудь большом и значительном. А ведь кое-кому даже есть кое-что и вспомнить большое и значительное. Выдохни. Проснулись. Организм просит движения. Приседаем. И раз, и два. Встаем, 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 встаем. И раз, и два. Ай, молодца. И раз, и два. Дорогая Савунья, у нас с вами уже прошло время тренировок и время побед. Позади уже такой опыт поражений, что мы должны дорожить воспоминаниями о них. А если мы будем прыгать как сумасшедшие, то все воспоминания растрясутся, и будет нечего вспоминать. И главное, некому. Нет, правильно. Память, дорогой Каркарыч, есть неотъемлемая часть души. Душа – основополагающая часть пуха, то есть дух. А здоровый дух, как вам известно, живет в здоровом теле. Вот прислушайтесь к себе, и вы почувствуете, как ваши воспоминания здоровеют и здоровеют. А, лево руля! Мы отклонились от фарватера! Нас несет к порогам! Полундра! Что, с ума сошли прыгать весной по лужам? Знаете, кто вы после этого? Кто? Враги! Собственному здоровью! Ой, у меня сейчас что-то вспомнилось. И сразу забылось. Я что-то забыл. Мы растрясли их. Кого растрясли? Что ты забыл, Каркарыч? Каркарыч забыл очень поучительную историю о том, как вредно прыгать по лужам. Сейчас он ее вспомнит и поделится опытом. Да, сейчас. Я что-то помню. Прыгать по лужам... Он не хочет делиться. Жадный. Ну, вспоминай. Прыгать, прыгать. Точно. Всю память растрясли. Весь накопленный опыт. Я так и знал. Ты находишься в большой холодной луже. Да. Ты начинаешь прыгать в холодной луже. Да. На счет три ты откроешь глаза и все вспомнишь. Раз. Да. Два. Да. Три. Вспомнил? Вспомнил! Я вспомнил, что рассказывал эту историю Лосяшу. Да, помню, помню, что-то было. Про лужи, значит, на букву «Л». Ну? Я все записываю, но не помню, где же этот друг мой. Напомните мне еще раз, о чем там примерно было? Я помню, что кто-то там прыгал по лужам, а потом... Заболел! Вот не помню. Но помню, что там был какой-то большой смысл. Большой и очень значительный. Заболел и получил осложнение. Боюсь, что теперь это большое и значительное мы никогда не узнаем. Остался последний способ вспомнить все. Сейчас мы начнем читать вашу память. Сосредоточьтесь на прыжках по лужам. На этом экране будут мелькать ваши воспоминания. Если что-нибудь узнаете, кричите изо всех сил. Включаем. Любезный мой, о чем вы думаете?
смотреть нельзя. Не очень-то и хотелось. Вспомни, что про уже, когда в голове такое вот вертится. Перегрузка. Я вспомнил. Ну что там? Быстрей, быстрей, а то он опять забудет. Я вспомнил, это я прыгал по лужам. Калич, наверное, что-то перепутал. Что может быть большого и значительного в прыжках по лужам? Ну, ежик. Все, никаких прыжков. По лужам или не по лужам. Большие ежики не прыгают. Карамба! Впереди рифы! Эй, полундра! Вот-вот, свистать всех наверх! А-а-а! Из-за острова на стрежень, на простор речной волны. Как там дальше? Не помню. Доброе утро. Утреннюю гимнастику. Бег на месте. Приготовились? Скажи, Крош, готов ли ты помочь даме, как истинный джентльмен? А что нужно? Нет, ты сначала скажи. Джентльмены, они сначала соглашаются, а уж потом спрашивают. Ну ладно, я согласен. Ты настоящий джентльмен, Крош. Спасибо. Теперь найди мне еще парочку джентльменов и приводи к моему домику. Зачем? Это такой сюрприз. Такой сюрприз. Я теперь буду музицировать. Вот только в дом некому занести. Рояль. Рояль? Знаю я эти штуки. Они жутко тяжелые. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Друзья мои! Мои прекрасные друзья! Ну что же вы стоите? А мы это думаем. Ну что же тут думать-то? Скорее тащите рояль в дом, чтобы я могла приступить к репетиции. Ну, ну уже! Ну уже взяли, понесли! Тра-та-ти-та-та-та-ти-та-та! Давайте попробуем. Будем приходить в гости и слушать музыку. Джентльмены! Вы не туда его поставили! Как же я играть-то буду? Несите его к окну! И клавишами наружу! О, какой чудесный инструмент! А что же вы его так задвинули? Рояль должен стоять посередине. Я знаю, я видел на картинках. Он всегда так стоит. А ведь правда. Джентльмены, переносим рояль в центр комнаты. Опять? Что значит опять? Спасибо, Каркарыч, ты самый умный. Джентльмены, пошли. Фух, больше я бы не смог. Нюша, я слышала, у тебя теперь есть рояль? Вот он. Похвально. Хоть кто-то теперь займется делом. Где ты его поставишь? Вот здесь.
Он уже стоит. Как? Разве можно ставить рояль в такой маленькой комнате? Подумай сама. Тебе нужно пространство. А если кто-то захочет потанцевать, здесь роялю не место. Надо тащить его на второй этаж. Там много места. Джентльмены, скорее несите рояль наверх. Мне уже не терпится репетировать Гамлет. Я не смогу. У меня больше нет сил. Нюша, может быть, ты передумаешь? Нам такое не по силам. Девочка уже должна начать заниматься. Несите быстрее. Я вам помогу, ребята. Я буду командовать. Давайте на раз, два, три. Я не могу. Я сейчас упаду. Оно на меня упало. Оно меня сейчас раздавит. Снимите его с меня. Воды! Воды! Скорее! Сейчас, барашек! Сейчас мы тебе поможем. Я сам. Не надо мне помогать. Вот, а ведь разговоры. Все нужно делать под команду командира. Раз, два, три. Алина! Спасите! Помогите! Ну вот. Теперь его опять придется затаскивать в дом. Осторожнее надо быть с тяжелыми предметами. А где наш джентльмен? Бараш! Крош! Ёжик! Вот бездельники. Наверняка побежали купаться на речку. Пойдемте, нельзя бросать дело наполовину. А знаете что? А ведь роялю здесь самое место. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ли, ла-ла-ла, ла-ла-ли, ла-ла-ла. Сорнячки замучили? Ага. Вот тут как бы это, ну, ой, такие ромашка. Дела. Ой, была у меня одна история. Мне каждый день дарили ромашку. Длилось все это 30 дней. А потом... Не буду рассказывать, это слишком личное. Ой, а что это? Ну, зачем она здесь торчит? Для красоты. А, понимаю. Ладно, пошла я. 30 дней Вы так меня. Ты не находила? Ты находила ключик-то? Так меня. Маленький. Нет, нет, вы все забыли. А я хранила их. Классный удар! Ловлю, ловлю, ловлю! Когда я говорю, что ловлю, надо разбегаться в стороны! Я... Вы не находили маленького такого ключа? От этой шкатулки, что ли? А зачем ты ее закрыл? Кому ты не доверяешь? Дело не в этом. У меня здесь хранится дневник, в котором я записываю свои мысли и наблюдения. Записи порой очень личного характера. И чтобы кто-то случайно их не прочел и не расстроился, я его запираю в эту чудную шкатулку, которую как-то нашел вместе с ключом. Но ключ... Куда он делся? Значит, ты там и про нас с ежиком пишешь. О,
точно, точно, вижу. Ёжик может часами рассматривать в зеркале свой язык. Там ничего не видно. Этого никто не может знать. Откуда ты знаешь? У тебя зеркало стоит напротив окна. Я каждое утро, когда выхожу на балкон, вижу, как ты озабоченно стоишь перед ним с высунутым языком. Для красоты. Ой, не хочешь, не говори. В каждом Копатыче должна быть какая-нибудь загадка. Правильно? О. Ёжик, а чего ты так расстроился-то, а? Подумаешь, язык рассматриваешь. Мне тоже иногда бывает интересно, все ли с моим языком в порядке. Что здесь происходит? Ключ такой маленький. Ёжик узнал, что я знаю, что он подолгу рассматривает язык в зеркале. И очень расстроился. Зачем об этом надо было говорить? Это его личная жизнь. Никто же не говорит о том, что ты во время грозы прячешься под кровать. Ой, я? Я не при... Откуда тебе это известно? Шла, началась гроза, забежала к тебе, а ты под кроватью, глаза закрыл и трясешься. Даже не заметил, что я приходила. Может, все-таки ключик поищем? Какой ключик? От шкатулки. У Копатыча есть инструменты, он откроет. Так, шпильку. Физкультер? Ты, Копатыч, может, со мной будешь спорить? Но чтобы совсем было красиво, эту штуку нужно покрасить оливковый цвет. Представляешь? Валерий! Откуда у вас эта шкатулочка? В каком смысле откуда? Я ее нашел. В дупле старого дуба? Ну да, в ней был какой-то мусор, какие-то сушеные ромашки. Я думал, их выбросили вместе со шкатулкой. О, мои заветные 30 ромашек. Боже, письма, мои личные письма. О, секретный ящичек не обнаружен. Письма на месте. Отдай мой дневник. Дневник, его нельзя читать. Это личное. Отдай. Ла-ла-ли, ла-ла. С Копатычем происходит в последнее время что-то странное. Он подозрительно смотрит на звезды и, кажется, ждет вторжения инопланетян. Тайно от всех он делает подземное убежище. Да что же это такое? Все, все про всех знают. Укуси меня, пчела. Никакой личной жизни. Ни от кого не спрячешься. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, смотри, смотри. Ужас. Ах. Ой-ой-ой. Что ах? Что? Ой-ой-ой. Не говори. Не говори ей. Она очень расстроится. Я должен сказать. У тебя вся спина белая. Как белая? Почему белая? Боже мой, тревожный симптом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, да что же это такое? Где же это? Боже мой, неужели вся спина? Где же это? Ой, Лора. Что такое? С первым апреля. Поняла. 1 апреля, никому не веря. Вы что? Меня обманули, что ли? Мы тебя разыграли! Сегодня 1 апреля! Праздник юмора! Весна! Дождались! Как можно быть такой хмурой в такой замечательный день?
Ты посмотри, какое солнышко! Нет, вот ты мне скажи, если говорят, что у тебя вся спина белая, а на самом деле она вовсе и не белая, а такая же, как всегда, это что? Смешно? Абсолютно не смешно. Не смешно и глупо. Глупейший розыгрыш. Просто глупейший. Ага. Налей-ка мне еще чайку. Угощайся. Гран мерси. Ой, Карыч, миленький, что с тобой? Ужас! Ага! А вот это настоящий розыгрыш! Ну, нельзя так все близко к сердцу принимать. Надо к жизни относиться с юмором. Это не юмор. Это издевательство над моей добротой и чувствительностью. Ну, дорогая моя, так не шутят. Сегодня праздник юмора. Все друг друга разыгрывают. Я думал, ты поймешь, что я шучу. Кто так разыгрывает? Разыгрывать надо по-доброму. О, без ущерба для окружающих. Это же так просто. Вот, смотри. Берешь кошелек, веревочку, привязываешь, бросаешь. Кто-то идет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, кошелек хочет его подобрать. А ты тянешь за веревочку. Вот это смешно. И главное, безопасно. Зачем ты сюда идешь? Ты кошелек увидел? Увидел. Надо было его постараться схватить. Ага. Ты бы тогда за веревочку дернула. Правильно. Это же розыгрыш. Было бы очень смешно. Кому? Всем, у кого есть чувство юмора. Юмор. Понимаешь? Ладно, проехали. Юмор. Понимаешь? Тьфу. Сегодня такой день, в который ничего нельзя воспринимать близко к сердцу. С 1 апреля. У вас вся спина измазана белым. Молодец! Очень смешно. К жизни надо относиться с юмором. Ландыши! Ландыши! Помогите! Помогите! Кто-нибудь меня на дерево забросило! Ой, шутники! Ой, шутники! На дерево забросило! Смешно! Придумают же! Ой! Юмор — это когда смешно. Главное, чтобы без ущерба для окружающих.